И всем привет, меня зовут Рицу, и сегодня мы начинаем прохождение новой игры AI The Somnium Files. Файлы Сомниума, не знаю, как ее на русский правильно перевести будет. И надо потом будет придумать ее короткое название, потому что каждый раз так говорить как-то не очень на самом деле. Игра от наших любимых разработчиков, от создателей Данганронпы, те же самые люди. По крайней мере, компания одна и та же. Люди, возможно, и разные. Несмотрительно загрузить игру, я начинал просто новую игру, посмотреть, как звук будет, но я ничего еще не видел. Не знаю, про что эта игра будет, только я видел главного персонажа, вроде как девушка какая-то. Не знаю, как ее зовут, ничего про нее не знаю, поэтому прохождение слепое, так сказать. И что еще сказать, давайте начнем, посмотрим. Игра начнется с чистого листа, да. Она и так с чистого листа была. Данная игра поддерживает автоматическое сохранение, не выключайте ее, пока в правом нижнем углу отображается соответствующая иконка. Хорошо. Эта история является художественным произведением, все представленные в ней имена, места и события вымышлены, любые возможные совпадения совершенно случайны. Никогда совпадений не было никаких, по крайней мере я не замечал, когда такое предупреждение писали. Ну что ж, давайте посмотрим, о чем эта игра вообще, про что она. Спускаемся мы, видимо, с какого-то неба. Куда спускаемся, неясно. Блин, да я так понял, что мы спускаемся в какой-то парк аттракционов. Я там вот буквально вот это посмотрел. И больше я ничего не видел. Здесь будут эти лошадки. Карусель вот эта с лошадками, на которой садишься и просто по кругу гоняешь. Никогда не понимал прикола, конечно, но детям нравится. Детям нравится. Я на таких сам никогда не был. У нас таких не было в городе. Сейчас не знаю, может это и есть. Но я сомневаюсь, у нас в России такого вообще не очень много, мне кажется, если вообще есть. Но это все отступление. То, что происходит в игре, происходит в игре. И с реальностью это никак не связано. Какая-то девушка сидит. Видимо, давно уже покинула жизнь ее. Или может нет, но я так полагаю, что да. Ее внешний вид нам о многом говорит. Или может она проснется, не знаю. Я не удивлюсь на самом деле. Но как видим, тут тоже есть убийство и кто-то стоит. И персонаж выглядит как в Zero Escape, прям один в один, он последним, который я играл. Zero Time Dilemma. Модельки их похожи на, ну, по стилю. Движок, наверное, один и тот же. День первый, пятница. Какой сегодня день у нас? Сегодня среда, не угадали, почти. Bloom Park, пятница, 22:54. Будем расследовать убийство вот это. Начинаю прямо с расследования. Интересно. Кто из наших персонажей здесь детектив? Или же они так работают просто для себя? Хотя вроде полиция здесь какая-то или какое-то агентство. Окей, что дальше? Расследование, да, прямо с расследования начинаем, интересно. Во время расследования главный герой Даты осматривает места происшествия и собирает показания. Продвигайтесь в своем расследовании, преследуя объекты и разговаривая с людьми. Позиция Даты зафиксирована, но вы можете перемещать курсор и угол обзора. Попробуйте осмотреться и передвинуть курсор на какой-либо предмет, а затем исследовать его. Так, секундочку. Все нормально вроде. Так. Даты босс, окей. Я думал, наш персонаж будет женщиной почему-то. Я где-то видел, но, видимо, может, я ошибся. Городской пейзаж, небо, но я думаю, что никак не связано это с нашим расследованием, но я думаю, сказать им всегда будет что. И любят они говорить очень много. Пронзенная ложь, так должно быть, или... Или так сделал убийца? Лошадь-карусель, голос такой странный
персонажа нашего. Выглядит так, словно ее проткнули насквозь. Айба. Еще какой-то зверек, но почему-то нарисован как-то так себе на самом деле. Это явно не послание преступника. Парк давно был в таком состоянии. Наверняка это происки забравшихся сюда хулиганов. Наверняка. Барьер. Видимо, тут в будущем действия происходят. Раз какой-то барьер голографический установлен. Место преступления опоясывает красная барьерная линия. Когда-то для этого использовали желтую сигнальную ленту, да. Сейчас же дешевую технологию голограмм, которая гораздо лучше справляется с задачей. Хотя иногда мы используем старую добрую желтую ленту. То есть это... А вот она, кстати, и есть, эта желтая лента. Видимо, не такое уже и далекое будущее. Относительно. Ну, не знаю, может быть и нет. Они просто экономят. Бедная фирма у них. Так. Давайте поговорим с боссом, что ей сказать. Во время разговора с кем-либо вам доступны несколько вариантов выбора и осмотра. Выберите один из предложенных вариантов, чтобы начать разговор на определенную тему. Насколько детальный осмотр будет? Нашего босса. Команда осмотра позволит вам осмотреть персонажа, который, с которым вы разговариваете. Ну, давайте осмотрим нашего персонажа. Я зову ее босс. Она заправляет Абис специальным подразделением столичного департамента полиции. А еще она мой начальник. Ну, какой-то осмотр такой не совсем и осмотр. Скорее просто мысли главного персонажа по этому поводу. По поводу персонажа. Есть подозреваемый, льет как из ядра, да, что я здесь забыл? Как, кто обнаружил тело? Давайте спросим, кто обнаружил тело. 2 часа назад поступил звонок, кто-то услышал крики из парка. Дежурный полицейский проверил область. И обнаружил труп? Именно. Только личность звонившего так и не установлена. Тоже интересная деталь. Я расскажу о деталях позже. Хорошо. После обсуждения каких-либо событий с персонажем у него могут появиться новые темы для разговора. Общаясь с людьми, выбирайте темы, которые вас интересуют. Вы можете получить важную информацию или подсказки. Нажмите кнопку «Журнал», чтобы посмотреть все предыдущие диалоги. Окей, ну... Я вроде пока что ничего не забыл, поэтому... Нам пока не нужна эта функция. Новые диалоги появились. Шорты у них какие-то короткие, но улица, по-моему, прохладная. Могла бы как-то потеплее одеться. Насчет жертвы. Убитую звали Надами Сёко, ты же знала ее, не так ли? Слышала, вы были очень близки. Она на меня смотрит или... Или, подождите. Или я здесь стою, почему... Я почему-то подумал, что я стою где-то справа от нее. Оказывается, я стою вот здесь. От... Я типа камера... Камера это моя голова. Я думал, что я не стою здесь, она не посмотрела так, думаю, прям на меня смотрит. Я бы так точно не сказал. Просто знакомая, не более. Льет как из ведра, да, но я думаю, что она, не знаю, стоит ли с ней просто так разговаривать на тему погоды. Или вообще на тему, не связанные с расследованиями, тем более сейчас. Давайте рискнем. Необычно для этого времени года. Почему необычно? Летом... Хотя сейчас не знаю, лето или не лето, непонятно. Трудновато будет найти хоть какие-то следы. Сразу я... Ее голос прям очень знакомый. Опять начинается моя болезнь. Голосовая болезнь. Есть подозреваемые. Блин... Мы только-только нашли жертву. А я вспомнил, кто это. Вспомнил, чей голос. Слишком рано делать какие-либо выводы. Однако это может быть дело в руку убийцы-подражателя. И сделай 6-летней давности. То есть уже какие-то... Какие-то уже есть подозрения. 6-летней давности? Интересно, почему? Как это... Как это поняли? Какие вообще совпадения есть? По какой-то причине она не ответила. Что еще за дело 6-летней давности? Возможно, наш герой еще не работал в этой
детективом, или кто он такой есть вообще. Панда на колесиках. Панда выглядит одинокой. Ничем помочь не могу панде. А там ничего нет? Красный что-то светится, или это отражение от голограммы? Пронзенная лошадь. Будка. Должно быть, это будка управления. Ну, то место, где сидит оператор и управляет каруселью. Я заглянул внутрь, но не увидел ничего полезного. Так, давайте пройдем сразу к этому, к месту, или точнее не подойдем, а просто посмотрим отсюда. К карусели прикреплены игрушечные лошади. А на тело давайте посмотрим. Тело водружено на одну из лошадей. Нужно тщательно все рассмотреть. Я сделаю шаг вперед. А, извините, не могли бы вы не подходить ближе? Мы все еще не сняли отпечатки следов обуви. Надеюсь на ваше понимание. Ну блин, давайте побыстрее, я хочу посмотреть поближе. Ладно, давай помогу. Блин, не знаю, мне не нравится. Что это такое? Как это просто существо какое-то? По-моему, ну так получше уже. Но то, что там нарисовано было, мне вообще не нравится. Это Айба. Официальное название Айбол. Она искусственный интеллект в моем искусственном глазу. Искусственный интеллект в моем искусственном глазу. То есть у него глаз получается не настоящий. А, ну вон, да, у него разные глаза. Видимо, левый искусственный глаз. Предлагаешь использовать зум? Ага, с его помощью ты легко можешь провести осмотр, не приближаясь. То есть, ну, приближение буквально, как у камеры какой-нибудь. Во время прохождения игры режимы особого видения Айбы помогут вам получить новую информацию. Теперь вы можете использовать зум, чтобы увеличить цель. Выберите зум и исследуйте труп на лошади. Вы также можете ознакомиться с управлением в главном меню. Зум, да? Ага, зум. Так, не то нажал. Давайте зазумимся, посмотрим, что там. На передней части торса присутствуют множественные колотые раны. Раны, сколько их? Кровопотеря от них стала летальной. Судя по температуре и состоянию трупного окоченения, смерть наступила около 6 часов назад. Предположительно в 17.00. 6 часов назад, то есть сейчас уже 11 часов ночи. Ни порезов, ни разрывов, только колотые раны. А значит... Жертву ударили чем-то гладким и острым. Шилом, к примеру. Интересно. Лицо. Да, тут у тебя наблюдается повышение секреции гормонов стресса. Уровень кортизола и АКТГ в крови растет. Не знаю, что это значит. Я думаю, что он немного нервничает. Давай только без заковыристых слов. Я просто немного расстроен. Ну или так. Ну или так, раз ты все-таки не... незнакомый совсем человек, пускай он называет ее знакомой просто. То есть они не были близки настолько, чтобы сильно расстраиваться. Левая глазница пуста, то есть и глаз еще выпал. Глазное яблоко жертвы было удалено. То есть у нее, возможно, у нее тоже был искусственный глаз. Левая, да? Скорее всего, убийца его и вынул. Но почему же? Может, это сделала какая-нибудь ворона, ну... Мне кажется, он слишком гладко и аккуратно был вынут, правильно? Корова, говорю. Ворона, наверное, просто расклевала все вокруг. Исключено. А, нет, судя по количеству крови, глаз был удален до смерти жертвы. А ну? Ты, видимо, умнее, чем я, Айба, поэтому... Хочешь сказать, что его вырвали, когда она была еще жива? Ну... Моя версия тоже работает. Если бы ворона клевать начала, она бы... У нее же глаза закрыты, скорее всего, потому что правый закрыт. Значит, левый тоже был закрыт. После ее смерти. И, ну, и... Чтобы открыть глаз, ворона бы все века бы проклевала ей. В общем, не важно. Как бы важно, но... Ладно, забудем про ворону. Когда она еще... Была жива, то есть, интересно. А почему мы не посмотрели на колотые раны? Так.
Надо посмотреть на раны. У нас просто... Или я не могу посмотреть на раны. На теле видны множественные колотые раны. Окей. Странно. Ну хотя, наверное, мы и уже посмотрим. Рука. Рука зато есть еще. Руки жертвы связаны за спиной веревкой. Такой же веревкой, которая какое-то тело примотано к шесту. Ради чего было это делать? Непонятно, это мы пытаемся разузнать. Даты. Босс, так. Так, что дальше? Что дальше? Босс. И что я здесь забыл? Давайте поговорим еще с ней. Пока есть возможность. Ты это серьезно? Ты агент особого назначения Даты Канамы. То есть нам... Чтобы нам рассказать, кто вообще есть наш персонаж. Этот диалог был создан для этого. Член подразделения Абис и мой подчиненный. Не, с таким боссом я бы не был против быть подчиненным. И не только по работе. Разве не естественно, что я вызвал тебя для изучения места преступления? Но ведь осмотр трупов не входит в мои обязанности. Обычно нет, но сегодня да. Ты же знал эту женщину, верно? Я просто не могла тебя не позвать. Опа. Вот и, видимо, все. Я был обязан поговорить. Что это было? Я так полагаю, что-то с аттракционом? Вычисляю источник звука. Анализ показывает, что исходит он из центральной опоры. Да, мне кажется, сейчас развалится вообще нафиг. Изнутри? Изнутри. Изнутри. Опора. Звук был оттуда. Да, ты давай заглянем внутрь. А это не опасно? Переключись на мое рентгеновское зрение. Как мне это сделать? Так, можно... А можно рентгеном посмотреть? Посмотреть на тело. Опа. Еще одно тело? Или это живой человек? Или не человек? Может, это какой-то искусственный интеллект, я не знаю. Может быть. Кажется, внутри кто-то есть. А ну, босс, там кто-то внутри есть. Бросив свой зонд, я тут же ринулся к опоре. Заткнись. Я толкнул его и выбежал на платформу. Эй, кто-то есть? Ответьте, если слышите. Ну, вроде как она была... Не знаю, не двигалась даже, наверное. Тишина. Если присмотреться, на опоре имеется маленькая ручка. Я схватился за нее и попытался открыть дверцу. Не поддается. Должно быть, с той стороны заперто. Черт. Че, будем выбивать? Может, ты... Опа! А, это... Я думал, кто-то сзади пришел нам пистолетом. Угрожать собирался. Это у нашего героя пистолет есть. Девочка какая-то. Мидзуки. Мидзуки. Видимо, ее вот он знает нормально так. У них, кстати, голубые волосы. Почему-то там, блин, они какие-то такие светлые просто были, другого цвета даже, ну, видимо, из-за освещения. У нас фиолетовые перчатки. Интересный выбор, даты. Какие-то у него сны, видимо, неприятные. Что-то он вспоминает. Опа. Красиво, красиво, конечно. В его сознание мы переносимся, видимо. Опа. Какие-то действительно воспоминания его. Что это за место? Или он буквально сам перенесся туда? Твой сон, а кто с нами говорит? Я это я. Верно, тебя зовут Дата. Тогда ты... Ты... Кто ты? Ты... Что это? Что происходит? Что происходит? Я боюсь. Я боюсь посмотреть на это просто. Что это руками дергает? Что? Что ты делаешь? Что?
Даже не знаю, что и сказать. Что она делает? Спрашивай, не стесняйся. Ладно, тогда что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты кто вообще? Вот ее я видел, точно, вот ее я видел. Видимо, я подумал по ошибке, что это она главный персонаж. Что значит кто? Этот голос? Айба, что ли? А, ну, само собой, она будет какой-то девкой. А не просто каким-то существом, зверьком с одним глазом. Почему ты в облике какой-то флуоресцентной креветки? Чего-чего, да я выгляжу милее всех. В обычных условиях я бы как следует высказалась насчет твоего ужасного вкуса, но... Чего тебе надо в моем сне? Ты сам меня позвал, блин. Ну, костюм у него, конечно, прям странный. Непонятный костюм. Наше сознание связано друг с другом. Ну, допустим. Вот почему я появляюсь в твоих сновидениях. Считай меня своим альтер-эго. У нашего героя теперь тоже альтер-эго есть. Уж в виде девушки какой-то. Обязательно это надо было девушкой сделать? Ну, конечно. По-другому никак. Мы не будем тратить время на объяснения, все равно ты все забудешь, когда проснешься. Антон, а что ты спрашиваешь его, и ты предъявляешь ему, что он не знает, кто ты такая? Конечно, он не знает, если он все забывает. Так что лучше мы поговорим об этом после пробуждения. Я пытаюсь все это уложить в голове, или это первый раз у них? Но мозг ни в какую не идет навстречу. Видимо, потому что сейчас я нахожусь во сне. Поэтому я страшно туплю и не могу вспомнить даже самые очевидные вещи. Черт, голова идет кругом. Я будто не в своей тарелке. Словно внутри чужой головы. Очень странное чувство. Но, наверное, здесь она управляет, а не ты. Лучше скажи, узнаешь ли ты эту комнату? Ничуть. Вот как. Ну ладно. Тогда начинаем. Начинаем что? Трансформацию. Сканирование Сомниума. Запуск. Что такое Сомниум? Можете объяснить мне сразу? Чтобы я понял, что вообще происходит у нас в голове. Понятно. Чего? Я закончил сканирование мира твоего сна. Во время построения его модели обнаружены несколько ментальных замков. Неужели ты даже это забыл? Судя по всему, мышление у тебя сейчас изрядно притуплено. Короче говоря, Сомниум — это мир, построенный из самых потаенных частичек твоего сознания. Интересно, у меня есть Сомниум свой? Он разделен на несколько слоев, каждый из которых стоит на своем фундаменте. И нам надо будет их, видимо, открывать за всю на протяжении игры. Считай, что эти фундаменты есть ментальные замки или просто замки, как будет удобнее. Пока их не вскроем, мы не можем проникнуть глубже в сознание. Истина всегда сокрыта на самом дне. Следовательно, нам надо... А зачем мне вообще эти замки открывать? Что в них хранится? Мы начали игру, началось расследование... А теперь появляется какая-то девка у меня в голове и говорит, давай просто открывать замки, чтобы узнать правду. Но правду о чем? Что вообще мне надо, зачем мне надо открывать эти замки? Почему я должен открывать какие-то замки еще? Зачем? Отпереть эти самые ментальные замки? Она так забавно говорит. Значит, мне просто нужно включить везде свет и открыть дверь. Тогда мы быстро закончим, меня, приятель. Мне кажется, не так просто. Не будь уверен, внешность мира грез бывает обманчива. Может, ты спросишь ее, зачем нам открывать какие-то замки и двери куда-то, куда они ведут? В чем суть вообще? Ладно, для начала начнем с двери. Направь меня к ней и дай необходимые указания. То есть, управлять тобой будем?
Понятно, значит, в этом мире я могу делать с тобой все, что захочу. Подождите, это... Как это... Какого жанра эта игра? Я ничего не перепутал. Да, это так, но... Что ж, приступим. Разбуди даты. Мир грез даты. В этом странном и сюрреалистичном сне доверьтесь совету, свету, чтобы пробудиться. Наш герой, конечно, тоже такой просто... Опа. Я прям за ней управлять могу. Ей управлять. В сомниуме вы можете исследовать мир сновидений, чтобы обнаруживать скрытые воспоминания объекта. Вскрытие в нем ментальных замков позволяет погружаться в глубже сон. Открытие их всех раскроет важную информацию. Подсказка к вскрытию таких замков отображается в левом верхнем углу экрана. Направьте айбу к двери и исследуйте ее. То есть я могу ходить. Жаль, что я не могу ходить в этом. В режиме расследования. А просто камера только могу мотать. Что тут у нас скелет просто делать, даже не в шкафу. Не, ну прикольно, прикольно, конечно. А, ну... Ну, ладно. Вы этого не видели, я этого тоже не видел. Там ничего нет. Ну, волосы у него, конечно, клевые, мне нравится, мне нравится. Но я ничего не могу сделать, просто открывать двери могу. Тут, наверное, головоломки тоже какие-то будут, я чувствую. Включите свет. А где мне свет включить? Есть какой-нибудь переключатель какой-нибудь? Я вижу переключатель, но почему-то не могу его нажать. Мне просто к двери подойти надо. А, ну мне задание типа исследовать дверь эту. Дверь заперта на замок. Исследуя объекты, вы можете давать Айве различные инструкции, выбирая варианты действий. Для начала прикажите Айве осмотреть дверь. Ну, осмотри. Похоже, мне просто нужно открыть эту дверь, но видишь, там сколько замков всяких. Точнее, замок один, но цепей много. Поэтому просто так не откроешь. Чё ты делаешь? Понятно. За ручку нельзя ухватиться. Почему? Но ничего удивительного, сны обычно не поддаются логике. Это твой сомниум, Дата. Это специальный мир грез. Мой сомниум? Видимо, твои умственные способности снижены, поскольку твое тело сейчас спит. Ну или просто он... Что ж, придется объяснить. Ну или просто он главный герой, и мы через него обучаемся, что вообще происходит. Поэтому у него умственные способности в кавычках снижены. Я бы предпочел, чтобы ты не тревожила мой драгоценный сон. Заткнись и слушай. Дата, взгляни. Свет появился. Все, чего касается света, становится цветным. Возможно, эти места теперь осязаемы. Каждый человеческий разум уникален, и сны имеют свои наборы правил. Ясно. С пониманием этих правил мир грез становится более податливым и... Погоди, кто это был? Не знаю. Ты должен знать, это же твой сон. Он воплощение твоих воспоминаний. Какой-то мужик просто появился и исчез сразу. Да, но я правда понятия не имею. Сны же не поддаются логике, там может быть кто угодно. Ладно, вспомнишь еще. У меня во снах постоянно кто-то появляется и исчезает, просто я забываю о нем даже. Чтобы вскрыть эти ментальные замки, мне нужно давать тебе указания, верно? Да, но трудно точно предсказать, как объекты будут вести себя в сомниуме. Мысли нестандартны, подбор различных действий поможет решить проблему. Итак, чего бы такого приказать? Не забывай, что у меня есть право вето. Право вето — это что такое? Надо будет посмотреть. В сомниумах вы можете исследовать объекты, над которыми имеется табличка с названием. Появились новые объекты, проведите к ним айбу и исследуйте. Задача все та же, подключите свет. Только два объекта появилось. Цветок, видимо, так нам, чтобы... Для затравки. Зимний ирис. Ирис. Что? Никогда раньше не слышал. Это такой ирис, который растет, цветет зимой. Звучит как женское имя. Но почему у тебя
Оно во сне вообще появляется. Если ты не знаешь, что это такое, да, ты. Вырвать, понюхай. Давайте не будем рвать. Зачем рвать? Пусть стоите. Понюхай. Вот тебе приказ мой, понюхать цветок. Подожди, разве ты обладаешь обонянием? Нет, конечно, я всего лишь делаю вид. Раз тебе не нравится? Нет, мне нравится, мне нравится. Ладно, как скажешь. Но этого недостаточно. А? Сильнее, внюхивай, внюхни со всей силы. Что? Ладно, сейчас. Что происходит просто? Что происходит с ними двумя? Потрясающее всасывание, браво, восхитительно. Зачем ты таком постоянно думаешь, что подобные вещи появляются в твоих снах? У него фетиш на, видимо, на обоняние, прям жесткий. Или может его вставляет то, что он приказывает, не знаю, я не знаю. Все, что захочет. Ну, мне тоже понравилось, в принципе. Возможно, не вторая половина, а первая только. Кстати, а ты ведь смогла к нему прикоснуться? Ну да. Мне просто продолжать в том же духе? Типа того. Да, только не надо... Так, что это такое? Вы можете увидеть текущий прогресс с левой стороны экрана. Ваши действия повлияли на прогресс исследования. Дойдите до конца, чтобы закончить сомниум. Вы можете ознакомиться с управлением в главном меню. Окей, это я уже понял. Спасибо, игра. А тут вообще есть, интересно, выбор? Есть какие-нибудь разветвления сюжета, где, я не знаю, можно как-нибудь изменить сюжет? Ну, понимаете, в общем, обычный выбор. Шипов на выключателе больше нет. Давайте нажмем. Теперь могу на него нажать. Я тебе приказываю, нажми на него. Блин, у него эти суставы в руке видны. Обязательно делать прозрачный. Какая-то бабка еще появилась. Цветок. Разве не здорово появились новые объекты, которые можно потрогать и понюхать даже? Я бы лучше поспал. Еще замок есть. Свет включен. Первый замок открыт. Включив свет, вскрыли первый ментальный замок. Однако он не единственный, который есть в этом сомниуме. Найдите способ открыть следующий замок, воспользовавшись подсказкой в левом верхнем углу экрана. Вы всегда можете открыть обучение, зайдя в меню материалы глоссарий. Хорошо, я запомню. Вино. Она может его выпить? На столе стоит бокал вина. Сделать понюхать. Это просто уже мем какой-то. Она будет постоянно все нюхать у меня в этом прохождении. Букет свежий, но хорошо выдержанный. Ощущаются мягкие травянистые нотки. Ну ты же не можешь, не чувствуешь. Или опять она придумывает. Где-то только таких выражений нахваталось. Откуда у тебя обычно дорогое вино? Да, как ты можешь... Даже парень вроде меня наслаждается хорошей выпивкой приятной женской компании. Только эти встречи никогда не заканчиваются хорошо. Прекрати, не напоминай. У нас персонаж главный какой-то мемный, я не знаю. Я не ожидал от него такого. Что он прикалывается еще? То он какой-то серьезный показался мне. Так. Попробуй глоток сделать, я не знаю. Положись на меня, блин. Ей слишком нравится приказы выполнять самой. Из горла? Хе-хе, мне вдруг стало так хорошо. Как искусственный интеллект вообще может опьянеть? Хнык-хнык, почему я сейчас должна терпеть эти унижения? Как же она раздражает, она напивается, спихнуть бы ее кому-нибудь. Не, у них, конечно, вообще парочка мемная какая-то. Они друг друга стоят, явно. Скелет. Кажется, его левый глаз кровоточит. Поговорить со скелетом. Ну, давайте попробуем. Поговорить со скелетом. С этим скелетом? Раз ты не хочешь поговорить с кем-нибудь, кроме меня? Что ж, ладно.
Меня зовут Айба, а тебя как? Чего сидишь тут один? Я вообще заряжен на 92% и прекрасно себя чувствую. Так, что он тебе отвечает? Эй, не игнорируй меня! Дурацкая костяшка! Я твою костлявую... В кино водила, ебадила, закончила? Мое разочарование неизмеримо. Блин, что с тобой? Про что с тобой делать? Напольная лампа. Напольная? В форме розы. Пнуть, поднять, выключить свет. А понюхать нельзя? Как это сделать? Не вижу ни выключателя, ни вилки. Даже в своих снах я не могу получить желаемую. Ну, сон-то может и твой, а вот дом точно чужой. Значит, он кого-то из моих воспоминаний. Даже не знаю, это может быть кто угодно. Не совсем. Бывает, что в снах встречается элемент случайности, но чаще они содержат образы, эмоционально важные именно для тебя. Так устроен человеческий мозг. Многое, смотрю, ты знаешь про человека. И что же это значит? Ты не любишь, когда свет выключен. А тебе больше нравится в темноте, да чего ты пошлая? Захлопнись. Пошлая, да? Корзинка. Не знаю, что там внутри, но это похоже на корзинку. Не похоже, она есть. Обыскать, надеть. На голову себе наденешь ее? Да без проблем. Да, по-моему, ей больше нравится, чем нашему герою, чем мне больше нравится выполнять приказы, чем мне их приказывать. Темно, ничего не видно стало. Зато я вижу глупый искусственный интеллект и подражающего ему скелета. Что происходит? Что происходит? Откройте дверь, скелет. Что еще можно с ним делать? Нет, я уже поговорил со скелетом. Корзина. Обыскать. Куда ее толкать? Если она уже в упоре стоит к стене. Модель НЛО, плюшевая чупакабра и однодолларовая купюра. Оккультный набор, короче. Ты что, этим увлекаешься? Это же не мой дом. Истина где-то рядом. Ну, раньше такое было популярно. Хоть раз, да, могло в глаза броситься. Согласен. А вон там еще кое-кто оккультный сидит. Не, это уже немного из другой оперы. Так, откройте дверь, у меня задание, но мне почему-то подсвечивается до сих пор скелет. Лампа. Ну давай подними лампу, может что-нибудь под ней есть ключ, наверное. А, да. Не получается, да? Вообще не двинулась. Это значит, что я твердо стою на своем и не колеблюсь, как гора. Я бы сказал, что ты просто упертый и всех раздражаешь. Не, мне он нравится. Я пока что не раздражаю. Ой, что-то слезы потекли. Пылинка в глаз попала. Просто признай это. Так что со скелетом делать? Что он от меня хочет? Давайте пнем, я не знаю. Давай пни, попробуй. На! Не обязательно было так, то есть они связаны друг с другом, скелеты и... Скелеты розы почему-то связаны. Всегда выкладывайся на полную. Таков мой девиз. Она даже не сдвинулась. А я увидел, что череп скелета слегка пошевелился. Эй, да, то может ему тоже втащим, а? Ну ты хулиган. Видели ее улыбку? Там, конечно, жесть прям. Улыбка маньяка какого-то. Сидящий скелет. Ну давай ударим вместе. Попробуй. Знай, скелет, я не держу на тебя зла. Блин, что-то слишком сильно она ударила. Головешка отлетела. Что происходит? Ай, посмотри, стена. Так. Она обвалится просто. Так зачем эта дверь нужна была? Видимо, ее уже никак не откроем. Почему-то наш мир развалился внезапно. Непонятно. Непонятно. Все пока что очень сложно. Мы очутились в какой-то другой комнате. Но...
Ты что, все время скрывал какую-то неудержимую тягу к разрушениям? Нет, конечно, к тому же я регулярно снимаю стресс. Регулярно снимаю стресс. Че за мужик опять-то? Это еще кто? Опять? Ты что, и правда не знаешь? Откуда мужик какой-то небритый? Повежливо как-нибудь нельзя? Вдруг потом все же вспомнишь? Нет, правильно, что он мужик. Разговоры босса во сне. Скрытые предметы в сомниумах. Всегда же есть хотя бы один. Где же он? Ух, хватит, я уже объелась, не могу больше. Интересно, почему разговоры босса? Почему это было? Ну, ладно, откроем мы уже второй замок следующей серии, а пока что на этом остановимся. И разберемся, что вообще происходит в этом мире, почему он разрушается. А пока что... Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк, всем понравилось это видео, не забывайте вступать в группу ВКонтакте, и до скорых всем встреч, пока!